Эта зима еще не испытывала нас на прочность аномальными осадками, но организации, ответственные за зимнюю уборку, уже вовсю заняты делом. Глава района Алексей Валов проверил качество работы дорожных служб и акцент сделал на состояние пешеходной инфраструктуры. Напомним, остановки общественного транспорта, тротуары и пешеходные дорожки должны быть очищены от снега и наледи сразу по окончании снегопада. 12 часов дается на очистку внутридворовых проездов, пешеходных зон, подъездов к контейнерным площадкам. Не позднее 4 часов, с момента начала снегопада, тротуары и лестничные сходы должны обрабатываться противогололедными средствами, песком, а в наиболее опасных участках – реагентами. Например, это касается плиточного покрытия. На центральных улицах в основном тротуар почищен и проезжая часть должным образом очищена. А на второстепенных улицах, к сожалению, механизированная уборка и рука человека касается очень редко. Поэтому будем добавлять. За состоянием муниципальных дорог, а стало быть и тротуаров при них, следит муниципальная же служба озеленения и благоустройства и ее подрядные организации. Дорожная техника в этом году оснащена системой спутникового слежения ГЛОНАСС, что повысило качество работы. Автодороги регионального значения в ведении компании «МосАвтодор». К ее работе было много претензий и у жителей, и у районных властей. После смены руководства учреждения, кажется, ситуация выправляется. С «МосАвтодором» я начинаю с 7 часов работать. Объезжаю город, смотрю, где что убрано, где не убрано. Соответственно, всю информацию сбрасываю в головной офис. В сравнении с прошлым годом и позапрошлым годом «МосАвтодор» тоже улучшил качество зимней уборки. Остаются серьезные претензии к владельцам ряда торговых объектов. Тротуар перед магазинами – это их зона ответственности. Проводили занятия и объясняли владельцам торгово-бытовых предприятий, чтобы они перед своими предприятиями все убирали и несут ответственность за то, что территория перед объектами должна быть убрана, но, к сожалению, не везде увидели. Значит, еще будем добавлять. За несвоевременное выполнение работ по уборке снега и наледи областным кодексом об административных правонарушениях налагается штраф. Кандидатов на применение санкций, по мнению главы, в этом году стало меньше. Я считаю, что из года в год все-таки это уже идет улучшение качества уборки зимней. Я думаю, что эта тенденция будет продолжаться. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».